بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دорогие братья и сестры мы продолжаем наши уроки посвященные вопросам идеологии На предыдущих уроках мы о, а об очень важном и значимом атрибуте Бога, о справедливости Бога. Справедливость Бога имеет очень множество важных следствий. То есть вера в справедливость Бога в правильном его толковании, не в том толковании, которое имеют ашариты, а в правильном, верном толковании имеет очень множество последствий, имеет большое значение для мусульман. Возможно, с первого взгляда эта значимость не так ясна, не так понятна. Но если быть внимательным, если углубиться в исламские знания и в религиозные знания, то можно обнаружить множество полезных свойств у верной и правильной точки зрения на данный вопрос. Например, я приведу всего лишь пример для того, чтобы вы могли иметь правильное представление о том, насколько этот вопрос является важным. Это всего лишь пример. Таких примеров огромное множество. Итак, вопрос о том, может ли Бог возложить на человека обязательства, которые человек не в силе выполнить. На самом деле не в силе. Не в том значении, что ему тяжело, что перед ним стоят, имеются какие-то препятствия. Нет, ему теоретически даже невозможно выполнить это действие. Вопрос заключается в следующем: Может ли Бог возложить подобную об обязанность на человека? То есть обязанность выполнить то, что ему не подсильно. Если ответ, что да, если Бог может возложить на человека то, что ему не подсильно. Если ответ таков, то значит этот человек за невыполнение того, что он просто-напросто не может выполнить, за невыполнение этого деяния он будет наказан в судный день. А если ответ, что нет, Бог не может возложить, что это невозможно, чтобы Бог возложил на человека то, что не подсильно самому человеку. Если вторая точка зрения, то значит Бог за подобное наказывать не будет. Например, представьте себе, что Бог, например, в качестве примера, Бог приказал человеку отправиться в Мекку. Но человек не смог, какой-либо из людей не смог этого совершить. У него не было никаких возможностей для этого, никаких средств. То есть полностью отсутствовали средства к тому, чтобы переместиться из одного места в священный город Мекку. Теперь, будет ли этот человек наказан в судный день за то, что не смог добраться до Мекки, или не будет наказан за это? Один ответ, что Бог мог такое возложить на него, и как следствие он будет наказан. Другой ответ, что Бог не мог такое возложить на него, потому что он не способен был такое действие совершить. И как следствие, с него это обязательство снимается. А раз с него такое обязательство снимается, значит, несмотря на наличие приказ Бога, то есть приказывает Бог всему человечеству, или же всем мусульманам, или же всем верующим отправиться в Мекку, но один человек этого не смог сделать, значит, согласно второму ответу, с него это обязательство было снято. Почему? Потому что Бог не возлагает на человека то, что не подстильно человеку. Итак, это два разных ответа. Два разных ответа на один и тот же вопрос. Может ли Бог возложить на человека то, что не подсильно самому человеку? И второй ответ истекает из правильной точки зрения. То есть, если мы будем придерживаться правильной точки зрения относительно справедливости Бога и правильного понимания того, что есть справедливость Бога, то... Соответственно, ответ будет вторым. То есть Бог не может возложить на человека то, что Ему не подсильно. Почему? Потому что это несправедливо. Помимо этого, конечно, имеются и э, аят священного Корана: Ля юкаллифу الله, навсан То есть Бог не возлагает на человека ничего, кроме того, что Ему было бы подсильно. Но правильное понимание справедливости Бога отвечает. Именно таким образом на это поставленный вопрос. И здесь нет нужды именно в этом аяте. Нет нужды в священном тексте, чтобы таким образом отвечать на поставленный вопрос. Почему? Потому что правильное понимание справедливости Бога уже говорит о том, что раз Бог справедлив, значит он не может возложить на Бога, не может возложить на человека то, что ему не подсильно. Но если мы будем придерживаться неправильной точки зрения относительно справедливости Бога, то есть той точки зрения, которой придерживается Ашариты, то ответ у нас будет совершенно другой. Мы можем сказать, что да, Бог может, согласно этой точке зрения, мы можем сказать, что Бог может возложить на человека обязательства, которое ему не подсильно. Почему? Разве Бог несправедлив? они ответят нам, что это и есть справедливость, потому что источником справедливости Бога является его собственное деяние. Вообще источником справедливости является деяние, приказ или запрет Бога. То есть Бог является источником справедливости того или иного деяния или несправедливости того или иного деяния. И, как мы видим в данном примере, правильное понимание и осознание и правильное толкование справедливости Бога играет очень важную роль в религии. И это был всего лишь один пример. Таких примеров огромное множество. Итак, дорогие друзья, давайте немножко коснемся вопроса о том, что же значит справедливость Бога. Мы до сих пор приводили доказательства, доводы, в том числе логический, довод привели относительно того, что Бог справедлив и который гласил о том, что справедливость имеет определенные причины, и ни одна из этих причин не присутствует в Боге. Например, невежество или нужда или вынужденность, или же желание поиграться, позабавиться. Например, ребенок разбивает чужие окна. Для чего? Он в этом нуждается? Нет. Он не знает, что это плохо? Нет. Почему? Потому что когда разбито... Окно. Он убегает. Это говорит о том, что он прекрасно понимает, что он совершил нечто плохое. Он играет. Он получает наслаждение от этой игры. Им именно поэтому разбивает окна в чужих квартирах. Бог лишён нужды в играх, потому что он самодостаточный. Он не нуждается ни в чем, в том числе в том, чтобы играться, играться со своими творениями. Поэтому мы видим, что все причины несправедливости Бога отсутствуют. Мы об этом говорили ранее. Но давайте немножко коснемся вопроса о том, что же все-таки значит справедливость Бога. Потому что очень часто, к сожалению, несмотря на всю ясность вопроса, несмотря на то, что каждый так или иначе прекрасно понимает, что такое справедливость, а что есть несправедливость, но все-таки многие люди очень часто склонны путать справедливость с равенством, чем-то другим, с какими-то другими понятиями. И именно поэтому нам необходимо немного коснуться вопроса о том, что же есть справедливость Бога. Что мы подразумеваем под справедливостью? Справедливость имеет два значения. То есть мы можем два разных определения привести для того, чтобы дать понятие о справедливости. Первое значение заключается в том, что справедливость ⁇ это когда, например, человек или кто-то другой дарует и отдает право тому, кому это право принадлежит. То есть вручение права, вручение чего-то тому, кому это по праву принадлежит. Например, если говорить, о творениях Бога, то правом добродетельных, благодетельных, добрых людей, верующих людей, их правом является наслаждение, вечное наслаждение, их правом является награда от Бога. А правом тех, кто притеснял других, совершал несправедливость, угнетал других, совершал преступление, омерзительные поступки, их правом они это заслужили, их правом является наказание Бога. То есть дарование права тому, кому это право принадлежит. Дарование чего-либо тому, кому это по праву, по справедливости принадлежит. По праву принадлежит. Это одно значение. Но есть и другое определение справедливости Бога, которое немножко шире этого понятия. Согласно этому определению, справедливость — это установление каждой вещи там, где оно должно быть. Установление каждой вещи там, где оно должно быть. Этот смысл очень схож и очень похож на первый смысл, на первое определение, но немножко шире является более широким понятием и касается даже неодушевленных вещей. И имеет схожесть с мудростью, со значением мудрости. Мы ранее разбирали один из атрибутов Всевышнего, коим является мудрость. И данное значение имеет очень большое сходство с со справедливостью Бога, то есть установление каждой вещи там, где она должна быть, идентично со смыслом мудрости. Потому что мы, говоря о мудрости, мы говорили, что мудрость ⁇ это совершение действий наилучшим образом. А если совершать наилучшим образом, то значит располагать каждую вещь там, где она должна быть. Там, где оно должно быть по праву это есть справедливость это значение справедливости если мы данное значение над данным значением немножко поразмышляем и рассмотрим более подробно данное данное определение данное значение то мы увидим что это довольно таки широкое понятие довольно-таки широкое понятие которое охватывает собой очень множество разнообразных вещей и очень сильно и очень гармонично сочетается с атрибутами Бога. И говорит о Боге как о совершенном, самодостаточном, невообразимо совершенном, абсолютно совершенном бытии. Итак, это значение атрибута справедливости. Что из себя представляет атрибут справедливости? И я напомню, что первое значение немножко уже второго значения, они не противоречат друг другу, просто одно значение немного шире другого значения. Итак, далее нам необходимо разобрать несколько сомнений относительно справедливости Бога. И, наверное, в вопросе справедливости Бога это самое актуальное сомнение, потому что многие из нас так или иначе вследствие жизненных проблем, вследствие бедствий, катастроф, с которыми так или иначе сталкиваемся, вследствие личных проблем, семейных проблем, проблем с родителями, проблем с детьми и множестве, множестве, множеством других проблем мы вследствие всех этих вещей можем столкнуться и у нас может появиться определенное сомнение. Мы можем усомниться в справедливости Бога, что очень часто, к сожалению, происходит. Например, люди, увидев те преступления, которые творят некоторые другие люди, в частности террористические организации, которые орудуют на Ближнем Востоке, убивая малолетних детей, беря в плен женщин и творя несправедливость, и омерзительные поступки по отношению к этим женщинам, насилуя и продавая их как рабов. Видя все это, некоторые люди говорят, почему Бог это допускает. И полагают, что это входит в противоречие со справедливостью Бога. И поэтому нам необходимо разобрать эти сомнения, касающиеся справедливости Бога, и посмотреть на то, насколько они убедительны, насколько они обоснованы. И на самом ли деле эти сомнения являются пятном на справедливости Бога. Но сегодня наше время подошло к концу. Эти вопросы мы разберем на следующем уроке. Вассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. محمد و ال محمد